Вот хлыстик возьми в левую руку, ты второй круг мучаешься с этим. Он тебя свозит налево. Еще разочек. Ну, он думает, что если он сократит поворот, меньше придется бегать. Ровно. Ты должна вывести коня в два повода, в две ноги. Попа, чтобы садилась одинаково на левую и на правую сторону. То есть ты его должна по коридору провести. Получше, получше. Да, 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 да. Хорошо, молодцы. Сейчас двигаемся просто по стене. Поменяй ногу облегчения. Хорошо. Двигаемся за дальнюю фишку. Буквочка В. И поворот будет на кавалете. Смотри на кавалете, чтобы ты могла сразу выехать на прямую линию. Переход шаг шагом. Не качай корпусом. Это не можно пошире поставить. Поехали дальше рысью. Сели в седло. Не торопи, не торопи. Там для шага стоит. Куда ты его переторопила? Еще разочек.